В округе полным ходом идет ремонт многоквартирных домов. В этом году в 18 МКД уже отремонтированы фасады, в 40 домах кровля. Еще в двух заменили трубопровод, а в 5 отремонтировали внутридомовые инженерные системы. Наша съемочная группа увидела результат ремонтных работ в доме на первом Панковском проезде. В доме идет ремонт мягкой рулонной кровли без утепления. Начали летом. Произвели полный комплекс работ. Демонтаж старого покрытия, стяжку, уложили защитный слой и покрытие из кровельного материала. Крыша после работ будет находиться под гарантийным ремонтом 5 лет по условиям контракта. Но, как правило, такие кровли эксплуатируются и в последующем и 20, и 25 лет. Работы выполнены, еще раз подчеркиваю, очень качественно. Подрядчиком по выполнению ремонтных работ стала управляющая компания ЛГЖТ. Всю работу выполнили в срок – за полтора месяца. На данном этапе работы завершены. Остались только мелкие недочеты и остались мелкие работы – устройство флюгарок и устройство примыканий колпаков. Всего в 2022 году планируется отремонтировать 135 МКД. Мария Антонова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.